Всем привет на моем влоговом канале. Сегодня будет коротенькое небольшое видео, итог. Я уже почти закончила работу над этой прекрасной иконой. Она у меня уже почти готова. Мне осталось еще буквально выложить 3 маленьких рядочка страз и все. Я вчера вечером доделала почти эту картину. Было уже поздно. Так, сейчас я буду выкладывать стразы под номером 3 в нежно-бирюзовом цвете. У меня сейчас в процессе несколько работ, которые уже почти готовы. Там буквально на 5-10 минут работы и все. Можно начинать новые картины. Чего я уже очень жду, потому что у меня много новых картин. Конечно, очень хочу начать работу уже над чем-то новым и интересным. Так, заправить стилус. Вот здесь буквально немножечко выложу бирюзовые стразы. И все. И икона готова. Я решила оформлять эту икону в белую раму. Когда найду раму, конечно, оформление покажу вам обязательно. Также еще не знаю, буду ли я покрывать лаком это все или нет. Даже не знаю, скорее всего нет, потому что здесь очень хороший липкий слой, все стразы очень хорошо держатся. Ссылочку на эту икону, где я именно покупала на Алиэкспрессе, я оставлю под этим видео. Если вам интересно, конечно, заходите, заказывайте себе. Потому что именно продавец, у которого я покупала, уже проверен этой картиной. Этой иконой я очень довольна. Она хорошего качества, хорошие стразы. Стразов осталось в остатке со всей иконы очень много. Прям половина точно осталась. Можно выложить еще одну такую икону без проблем. Так, ну вот и все. Все стразинки на месте. Все выложила. Ура! Работу над иконой теперь я уже точно закончила. Сейчас я покажу вам ее поближе. Сейчас вечер, конечно, если бы сейчас был день и солнышко, я показала бы вам ее на улице, потому что на солнышке такие специальные стразы переливаются очень-очень красиво. Посмотрите на эту шикарную икону. Какие здесь прекрасные стразы, как все красивенно смотрится. Красота. Кто следит за моими роликами, вы уже видели в предыдущих видео, что я выкладывала последние работы на улице. Я была с семьей в Турции на отдыхе, взяла несколько несложных работ с собой на отдых. И я их там выкладывала. Конечно, на улице, на солнышке смотрится все в разы лучше. Стразы очень красиво сияют, переливаются, блестят. Картины смотрятся просто шикарно. Кому интересно, заходите на мои предыдущие видео, и там увидите очень крутые работы. Ну что ж, подвожу итог работы с такой картиной. Выкладывать эту икону было одно удовольствие. Во-первых, это делается все легко и просто, потому что здесь частичная выкладка, не полная. За один вечер такую икону можно выложить без проблем. Во-вторых, стразы, они здесь просто шикарные. Разных размеров, разной формы, разные по цвету. Работать специальными стразами я, конечно, обожаю. Здесь их много, что мне очень понравилось. Икона смотрится шикарно, красиво, нежно, не заляпистая такая, как раз все в меру, ничего лишнего здесь нету. Если вы хотите приобрести себе такую икону, то, конечно, я советую. Ссылочку оставлю под этим видео, так что заказывайте, покупайте и наслаждайтесь таким процессом. Ну а на сегодня все. Встретимся с вами уже в новых роликах интересных. До новых встреч. Всем пока!